впервые проходит такая весенняя выставка, посвященная искусству, и почему бы, читай городу, не заявить о себе как-то совершенно по-новому и немножко абстрагироваться от того, как нас обычно воспринимают, как какой-то просто книжный магазин, агрегатор, не знаю, книг, продажа книг, и мы хотели показать, что мы что-то намного большее. Задача была не просто выступить как книжный магазин, а какую-то миссию нести. Из этого у нас родилась концепция семи чувств. Мы подумали, что как человек воспринимает книгу. Он ее воспринимает всеми чувствами, которые у него есть. Слух, осязание, обоняние, вкус, равновесие, да, чувства. И добавили к шести основным чувствам еще седьмое какое-то такое вот интуитивное чувство, которое нельзя объяснить. Здравствуйте, меня зовут Антимонова Арина, я студентка первого курса Института бизнеса и дизайна. На этой выставке представлены четыре мои работы на стенде «Читай города». Первая моя работа – это осязание. Осязание представляет собой пять шаров в форме слова. Я для этого стенда сделала две работы. Мои слова – это равновесие и осязание. Для работы равновесия я использовала довольно-таки прямые линии, пыталась сделать композицию так, чтобы буквы были в равновесии сами. А для осязания я пыталась дать этому слову какую-то такую текучую форму и сделала ему какие-то такие искривленные концы. Меня зовут Вера Михайлова, я учусь в Институте бизнеса и дизайна на графическом дизайне. Я делала плакат по вкусу, отрисовывала вручную пером в иллюстраторе острые буковки, потому что мне показалось, что вкус бывает остро ощущаем, и это подойдет для данного постера.